Так, друзья, всем привет. Ну что, вот сруб собрали, стоит. Сейчас отмерю от торца, от лапы. 2,90, отпилю там 2,90. Верхняя также. Запилю балку сюда, на низ, наверх также. Потом выпилю четверть для потолков. Накидаем потолки, и уже можно будет выставлять стойки коневые. Ложить коня и накидывать стропила. Друзья, подпер немножко, чтобы они не свисали. Вот, досочками. Пока половинки выпилил, сюда бревно ляжет. То есть сначала нижний отпилил, от стены померил, там 2,95. По уровню взял вверх. Сейчас будем четверть для потолка выпиливать. Вот доску там при это самое при саморезил по уровню и так по периметру 4 раза пропилю в горизонте, а потом по вертикали и сниму четверть. Какой еще нюанс? Подпер досочкой, чтобы бревно немножко качалось, там поударил кувалдой, чтобы село как надо, чтобы когда потом пилить будешь, чтобы все хорошо было, чтобы бревно село, как оно будет лежать. А то если оно будет висеть, то есть будет, тот край будет вверх, выпилить я четверти, потом оно сядет, будет криво. Не совпадет, уровни не совпадут у этого бревна четверти и у этого. Поэтому подпер вот так вот, кувалдой туда ударил, чтобы бревно легло на место. Ну, сейчас выпилю, снимать не буду, потому что ничего интересного. Так, друзья, четверти выпилил, накидал досок. Просто по периметру так. Сначала горизонт, потом по вертикали. Вот. Сейчас накидал досок. Вот так вот. И там просто будем просто резать. Та часть будет отваливаться. Вставляем так вот впритык и начинаем резать. Вот так.
Сейчас, ребята, просто набираем потолок здесь, чтобы можно было ходить уже, стропила устанавливать. Потом это все, конечно, построгается. Даже если что-то где-то криво, ничего страшного, но все равно об этом никто знать не будет. Вот так вот потолки набираются в бане. Так, друзья, вот все набрано. Потом еще снаружи кину доску. И изнутри тут присаморезил, чтобы снизу балку не кидать под потолок. Потому что так будет прогибаться потолок. Здесь будет так песком потом все засыпаться. Так, ладно, сейчас эти доски уберем, кинем туда балку, и уже можно будет стойки, коневую стойку выставлять.